В Якутске стартовала работа площадок в рамках форума неравнодушных горожан. Для воспитанников детского лагеря «Радуга» прошел жилищный урок ЖКХ будущего. Модераторы встречи, в числе которых сотрудники городской администрации и доброволец Антон Васильев, рассказали ребятам об энергосбережении, водоотведении и других темах ЖКХ. Также поговорили о добрых делах. Дети презентовали свои проекты по улучшению города. Отметим, что во время проведения форума, который продлится до 25 августа, любой желающий сможет внести свои предложения и обсудить актуальные вопросы на дискуссионных площадках. Он призван собрать неравнодушных горожан нашего города, которые чувствуют какую-то потребность, какую-то силу внутреннюю изменять наш город и облик города, и жизнь города к лучшему.